Производство CIP Animation и Cinegroup. Готов вместе с вами. Мы станем славными друзьями. Продюсеры Бруно Бьянки и Даниэль Марло. Режиссер Бруно Бьянки. Авторы идеи Фабрис де Кастиль и Бертран Виктор. Семейка Тофу. Большой побег. Авторы сценария Изабель де Бюрне и Эрик Фюрер. Дикая розочка. Из лучшей экологичной муки. Из нашего экологичного садика. Прямо в твой экологичный животик, мой птенчик. О! Берегись, я Джеки Чан! Что за новая игра, солнышко мое? Они с Филом вчера весь день смотрели фильмы с Джеки Чаном. И вот результат. Видите? Сегодня здесь, в Бавилледже, вас ждет удивительное представление. Странствующий цирк приглашает вас посмотреть на талантливых артистов и их великолепные номера, а также насладиться невероятной коллекцией диких животных. Что это за цирк? Они не имеют права так жестоко обращаться с животными. О, посмотрите на бедняжек. Не хотела бы я оказаться на их месте. Восхититесь нашими храбрыми укротителями и ловкими акробатами. Животные в клетках – позор для общества. Бу! Чичичан видит страдания животных. Чичичан недоволен. Мы должны что-то сделать. Да, я напишу песню протеста. Животные платят за наши развлечения, а это не так уж честно. А я прикую себя к одной из клеток с табличкой «Хозяин клетки – болван». Нет. Мы должны образумить этих людей. Я уверена, хозяин цирка примет меры, если показать ему, что животные страдают. Мам, они и слушать не станут. Надо действовать, как Джеки Чан вместе с «Желтого дракона». Устроим внезапную атаку и разгромим злодеев. Чичи, мой одуванчик, насилие удел слабых умов. Мама права. Попробуем поговорить с ним. Хорошо? Лола, я не понимаю, как им удается быть такими... наивными? Да, печально. Эти животные были бы гораздо счастливее в своей естественной среде. Мы кормим их сухим печеньем и водой без ограничений. Неужели вы не видите? Они жаждут лазать по деревьям, вкушать утреннюю росу. Думаете, этих тварей волнуют подобные вещи? Скажите, у вас есть сертификаты на животных? Сертификаты? Какие к черту сертификаты? Время вышло. Скоро у нас представление. Мой помощник проводит вас к выходу. Роджер! О, простите, извините, кажется, я сломал вам нос. Извините, пожалуйста, сэр. Что вы здесь делаете? Мы знали, что ваш план может сорваться, и пришли поддержать вас. О, молодцы, мои хорошие. Бабушка гордится вами. Будьте осторожны. Этот человек опасен. Он преступник. Лемуры вот-вот будут готовы. У нас 20 минут. Главное – сконцентрироваться. Да, правило номер один – затеряться на заднем плане. Неплохо, да? Да, правда, мы хотели пройти незамеченными, а ты в роли артистки-трапеции выглядишь довольно смело и экзотично. Ха, ты просто еще не видела меня на трапеции. Дамы и господа, поприветствуем всемирно известных фокусников с Мадагаскара. В прошлом году они заставили исчезнуть пирамиды. Дамы и господа, встречайте волшебный дуэт Тельма и Морис. Чего вы ждете? Ваш выход. Да, но я... Никаких но.
Но как же быть? Не бойся, они что-нибудь придумают. А у нас еще есть дела. Но, Тельма, дорогая, куда они могли исчезнуть? О, Морис, если мы не найдем костюмы, все пропало. Босс будет беспощаден. Время еще есть. До выпуска крокодилов из клетки 20 минут. Роджер! А-а-а. Готовь крокодилов, живей! Его я беру на себя. Извините, мы проводим специальную акцию для артистов трапеции, вышедших на пенсию. Купив всего один билет, вы получите замечательную пластмассовую тубу, килограмм улиток и скрепку для бумаги, принадлежавшую самой Клеопатре. Представляете? Что, что? Абракада. Абракадабра. И как мы теперь вынесем клетки? Придумал! Мы объединим силу дракона с мудростью ястреба! Сейчас, смотри! Могло бы получиться, но на склоне. Не бойся, ласточка. Абра! Кадабра! Браво! Где ты, стрекозка моя? Здесь, коробки за тобой! Смотрите, браво! Браво, фантастика! Абра-кадабра! Сэр, у нас небольшая проблема. Что вы тут делаете в таком виде? Почему вы не на арене? Но они-то кто? К сожалению, у меня с собой сейчас нет билетов, но это не... Извините, но меня ждут крокодилы. Похоже, великое единение сегодня на моей стороне. Ты не продумала план С, если Буба не придет? А ты продумал? Залезайте. Простите, что задержалась с парнишкой. Там все удажено. Садитесь, поехали. А мама и папа? Животные и дети первыми. Получилось! Да, настоящая операция Тофу. Не бойтесь, это просто бедные животные, которым не повезло с заботливыми хозяевами, как вам. Да, пора перейти ко второй фазе операции. Спасти родителей из лап дракона! Хозяин, хозяин, кто-то украл животных. Ах ты идиот! Отправь артистку трапеции развлекать зрителей, а я займусь этими шутниками. Я не могу работать, кто-то украл мой костюм. Как можно работать с таким сборищем недотёп? Опа!
Ловите их! Кто-нибудь залезьте туда за ними, иначе я всех уволю! Владелец цирка арестован. Он занимался контрабандой животных. Ваше семейство отлично поработало. Спасибо. Ну что вы? На дорогу я положила козье молоко, свежие подстилки и витамины для крокодилов. У них немного расшатались зубки. Бедные. Все готово. Завтра вечером они будут дома в Африке. Ну же, Чичи, собери ноги вместе. Теперь опусти руки. Ой, да, ты явно пошел не в бабушку. Да, я пошел в Джеки Чана. Да, у тебя свои трюки. Трубка Дзен. Авторы сценария Натали Резников и Северин Вийом. Это ты что, Чичи? Это оценки нашего класса. Тш, поклянись, что не расскажешь тете. Так, что вы делаете у моего компьютера? Спроси у Чичи, тетя Милдред. Я видел, как он меняет свои оценки. Что? Это неправда, миссис Тарчи. Я принес свой профориентационный листок. Я опоздал и... Не ври мне, Чичи. У тебя в последнее время ухудшились оценки. Я не потерплю мошенничество. А вранье только все усугубит. Передай это письмо своим родителям. Я буду ждать их вечером. Ревень вареный успокоит твои нервы. Черничное варенье – просто объедение. Абрикосовый джем – радость для котов. И зачем портить им веселье? Опаздывают на час. Эти тофу оторваны от реальности. Пора, наконец, школе взяться за дело. О, нет. Мама опять занялась дзен-трубкой. Могла бы уже придумать что-нибудь другое. Жди нового ущерба. Медитация, концентрация... Точность! Я наполняюсь дзен с каждым выстрелом. Ты делаешь успехи, лучик. На этот раз не разбила ни одного окна. Мне нужно больше практиковаться. Скорее бы приехала Клара Гаста, великая учительница дзен-трубки. Она должна дать мне пару уроков. Здравствуйте, это дом мистера и миссис Тофу, не так ли? Да, это мои родители. А ваше имя, случайно, не Клара, а? Откуда ты знаешь? Мама, ты не поверишь, Клара приехала! Мистер Тофу, я полагаю, я по краткому поручению. Мои задачи описаны вот здесь. Крекер, дай сюда! Добро пожаловать! Как видите, мои успехи оставляют желать лучшего. Надеюсь, вы поможете навести здесь порядок. Именно это я и намерена сделать. Начнем со стадии наблюдения. Скажите, сколько лет вашим детям? Покажите лучше маме, как пользоваться трубкой. Я приехала не развлекаться. Не спешите, птенчики. Кларе сначала нужно определить, достойны ли мы великого пути дзен-трубки. Лола, Чичи, на твоем месте я был бы поосторожней. Эта женщина – школьная надзирательница. Да нет, она учит маму стрелять из дзен-трубки. Она позвонила к нам по ошибке, и я слышал, как она говорила с мамой. Ее подослала старуха Старчи. Лола, мне надо тебе кое-что сказать. Недотёпа!
Нужно было сразу все рассказать родителям, а не прятать от них письмо старче. Официальное поручение Клары? Ну-ка отдай сюда, отдай! Инспекция семьи Тофу. По запросу миссис Старчи поручено мисс Кларе Дерири для определения методов воспитания детей, в частности Чичи, который проявляет предрасположенность ко лжи и обману. Если решение не будет найдено, возможно исключение из школы. Что? Ого, все хуже, чем я думала, Чичи. Поговорим с мамой и папой. Ни за что. Я не хочу, чтобы они узнали, что я им врал. Справимся сами. Ну разве так сложно притворяться приятной, нормальной семьей? А? Как ты думаешь? Ну ладно, я согласна с тобой. О, простите, Клара, я сейчас уберу. Мистер и миссис Тофу, вы проверяете домашние задания детей? Есть вещи гораздо важнее школы, знаете ли. Мама, папа, мы делаем домашнюю работу. Не хотите помочь? Прощайте, стрелы. Они идут. Уже приступили. Весьма похвально. Давай покажем, какие мы хорошие родители, моя водяная лилия. Дети, согласно принципам дзен, мы откроем наши души духом знаний, освободив разум от мыслей. Извини, мам, но мне надо найти центр симметрии отрезка АБ относительно точки С. Посмотри. Что-что? Это просто, Чичи. Твоя учительница математики, вероятно, этого не знает. Но геометрия связана с дзен. Забудь о теоремах и сконцентрируйся на своих чувствах. Чичи, представь, что мой центр гравитации – точка, а твоя мама – отрезок АБ от головы до ног. А значит, я ее центр симметрии относительно тебя. Ты отрезок АБ, ее зеркальное отражение от ног до головы. Теперь ты чувствуешь, что такое баланс симметрии, Чичи? Нет! Если подобный метод воспитания имеет смысл, то я мартышкин дядя. В нашем доме главную роль играет пища для души. Поэтому мы перешли на дзен-макробиотическое питание. Сейчас нас ждет рис и... Они едят червей! Это просто неслыханно! Да нет, не бойтесь. Это всего лишь морская капуста. В ней очень много витаминов. Что на этот раз? Советую вам попробовать. Это энергетический крик. Клара наконец-то оценит твои усилия, золотко мое. Эй, никто не видел мои стрелы. Не могу найти свой колчан. А Клара начала без меня. Клара с такой легкостью освоила методику крика. Крекер, Крекер, прекрати! Скорее, мой тополь, мне нужны бамбуковые листья для новых стрел. Блохастая шкура! Безмозглая птица! Я узнала все, что нужно. В своем отчете я выложу о вас все-все. И если ваших детей выгонят из школы, что ж, по делам им. Не уходите, вы ничего, ничего не видели. Я видела достаточно. Я чересчур много видела. Слушай, нельзя отпускать ее в таком состоянии, иначе нам конец.
Надо дать ей время отойти. Выпустите меня на помощь! О? Отлично! Наша учительница тренируется. Невероятное ощущение! Эта труба избавила меня от злости, стресса и даже экземы! Фантастический спорт! Странно. Можно подумать, что у нее это впервые. Вы изменили мою жизнь. К сожалению, моя миссия кончена. Я покидаю вас. О, какая жалость. Жду не дождусь, когда прочитаю отчет Клары Дрири об этой чокнутой семейке. Позвольте мне выстрелить в последний раз. До свидания и спасибо. Не забудьте упомянуть это. Уверена, ваш отчет о ТОФУ будет крайне отрицательным. Скорее, я намерена написать отрицательный отчет об этом юноше. Мусорит в чужих дворах. А это не я, мэм. О, полагаю, это предрасположенность ко лжи. Но ему надо стать ближе к природе. Например, заняться дзен-трубкой. Oh.